Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире программа «Диалог с властью». И сегодня мы пригласили к нам в студию, к диалогу, начальника управления социально-экономического развития администрации Матичинского района Ирину Владимировну Шилову. Здравствуйте, Ирина Владимировна. Здравствуйте, Марина. Добрый день, уважаемые телезрители. Напоминаем вам, что это прямой эфир, и вы можете позвонить нам в студию по номеру 786-54-25. Номер телефона будет появляться внизу ваших экранов во время нашего эфира. Звоните, задавайте вопросы, присоединяйтесь к нашему разговору, будьте активными. Ирина Владимировна, вот сейчас у нас такой период в преддверии нового бюджетного года. И часто мы слышим на публичных слушаниях такую фразу, что наш район участвует или там состоит в различных целевых программах, долгосрочных целевых программах. Вот для простого обывателя не всегда это понятно, да, что это за программы, что они себя представляют и какое вообще значение они имеют для района. И сегодня мы попробуем объяснить, да, доступно, что из себя представляют целевые программы, ведомственные программы. И начнем с того, что такое вообще программно-целевой метод планирования для района. Хорошо. Давайте прежде всего, конечно, разберемся с понятиями и почему мы употребляем подобные термины. Вообще на уровне муниципального образования планирование осуществляется на уровне стратегии, концепции, то есть долгосрочное планирование и прогнозирование, среднесрочное планирование и прогнозирование и текущее. Но в основном это касается основных показателей экономики, развития социальной инфраструктуры. Если мы говорим о процессе, о бюджетном процессе, процессе бюджетирования, то есть расходования бюджетных средств, то да, действительно, до определенного момента мы просто определяли мероприятия по расходованию бюджетных средств по различным направлениям полномочий муниципального района, будь то культура, образование, сфера здравоохранения. То сейчас, перейдя на программно-целевой метод планирования, который заключается в том, что главному распорядителю бюджетных средств, любому главному распорядителю, устанавливаются количественные показатели результатов реализации конкретной программы. Так называемые целевые индикаторы. Вот такой вот мы используем термин при планировании развития какой-то конкретной отрасли. Поэтому сами мероприятия по какой-то конкретной отрасли формируются или в долгосрочную целевую программу, или же в ведомственную целевую программу. Для каждой из этой программы и для каждого из этого разработчика этой программы устанавливаются свои целевые индикаторы, и уже затем по реализации этой конкретной программы определяется, достигнута была эта цель на основании этих количественных показателей, и если не достигнута, то почему, по каким из направлений, потому что он не один такой целевой индикатор. Он может быть, конечно, один, но их еще может быть и несколько для конкретной целевой программы. И, скажем так, определяется эффективность реализации той или иной программы. А долгосрочность, она может быть какой, если говорить о временном промежутке? Обычно это на срок не менее 3 лет. Обычно наши разработчики, которыми являются все наши отраслевые подразделения, они используют именно этот среднесрочный период. Ну, он достаточно понятен. Определяется цель. Здесь я перешла как бы уже к структуре самой программы. Для каждой программы разрабатывается определенный набор документов. Это так называемый паспорт программы, в котором обязательно отражается, кто является разработчиком программы. Почему возникла вот эта цель или задача разработка этой программы, на основании какой нормативной документации, за счет каких источников финансирования она будет реализовываться, кем она будет реализовываться, в какие сроки, какие основные мероприятия и самое главное, завершается как бы вот это, в этот набор весь документов программных показателями оценки эффективности ее реализации. А вот на примере какой-то программы можем сейчас рассказать? Например, если взять какую-то определенную сферу. Ну, давайте возьмем, ну, у нас сейчас год культуры, да? Вообще нужно сказать, что у нас последние годы это тематические годы, и под каждый тематический год обязательно разрабатывалась минимум одна тематическая целевая программа. То есть у года культуры была тоже своя программа, по которой в течение года в ноябре 2011 года такая программа была утверждена нормативным актом администрации. Она трехлетняя программа. Вот сейчас мы вступили в первый год ее реализации.
Стоит она более 70 миллионов рублей. Называется она программа «Культурное наследие» в Мытищинском муниципальном районе. И она, конечно, направлена на различные мероприятия, но среди них могу назвать и укрепление материально-технической базы, и на организацию досуга граждан, и на развитие художественных способностей детей и подростков. И под каждое из этих направлений есть свой целевой индикатор. Вот сейчас мы оценили 9 месяцев, то могу сказать с уверенностью, что в основном все программы реализуются в плановые сроки с использованием всех источников финансирования, которые задействованы в реализации этой программы. А если говорить об отличиях целевой программы от ведомственной? Именно долгосрочной, да. От ведомственной. Да. Ну, во-первых, это сроки реализации. В основном ведомственные программы, они разрабатываются в узкоотраслевом направлении, то есть задействованы в реализации не многие управления, администрации и какие-то предприятия, а, например, какое-то конкретное под решение одной конкретной целевой задачи. Ну и повторюсь, что она где-то разрабатывается, в принципе, в целом на один год. Вот сейчас можно, конечно, перейти уже, как говорится, к статистике, к цифрам, да? В сегодняшнем 2012 году у нас с вами реализовывается 28 целевых программ в целом. Это 18 долгосрочных и 10 ведомственных целевых программ. Вот такая структура. Задействованы все источники финансирования и средства федерального бюджета. Могу сказать о том, что федеральный бюджет у нас где-то в районе, в целом, в районе 82 миллионов. Областной бюджет более 270 миллионов. Более 400, в районе 500 миллионов это средств местного бюджета. Ну и самым значимым источником финансирования в этом году как раз является средства фонда обязательного медицинского страхования. Мы когда по структуре будем говорить по программам, я там остановлюсь, это на реализацию программы модернизации здравоохранения Московской области. Там более 520 миллионов рублей. Что касаемо структуры, да, из чего состоят программы и как она разрабатывается, вот если поэтапно говорить? Ну, если поэтапно, во-первых, мы подготовили всю нормативную документацию, необходимую для того, чтобы наши разработчики, то есть наши отраслевые управления, администрация, владели всем необходимым набором нормативной документации. Есть порядок разработки как долгосрочных целевых программ, так и ведомственных целевых программ. И начинается вся эта история с принятия соответствующего нормативного документа о необходимости разработки соответствующей целевой программы. Описывается проблематика в этом документе, определяются цели, определяются задачи для решения конкретной проблемы, определяется необходимый набор финансовых средств, за счет каких источников можно эти мероприятия реализовать. Поэтому уже после определяется как бы срок ее реализации, реальный срок. И затем подобная программа формируется, она проходит экспертизу как в экономической структуре администрации, так и в финансовом органе. Потому что не нужно забывать, конечно, что у нас среднесрочный финансовый план составляется в муниципальном образовании. И как бы при среднесрочном планировании бюджетных средств вот такие вот программы, они обязательно прогнозируются на среднесрочную перспективу в том числе. Вот если более конкретно, я думаю, что, конечно, и нашим телезрителям будет, скажем, приятно услышать, какие программы реализуются. Если можно, я давайте перечислим по направлению. Да? Угу. Вот по направлению. Я для себя на блок вопросов разбил наши программы. Как такового деления нет, специального деления. Но для восприятия, как бы на слух тем более, это будет достаточно удобно. Но про программу культуры я уже сказала, как бы, да, здесь остановилась. А вот в сфере образования у нас действует 5 программ. Это самый такой крупный блок программный. Это помимо основной программы развития образования, она долгосрочная, имеется программа развития сети детских дошкольных образовательных учреждений, улучшение состояния питания в образовательных учреждениях Мытищинского района, создание системы единого информационного образовательного пространства и выполнение капитального ремонта, оснащения оборудованием, учебными пособиями муниципальных образовательных учреждений.
наших школ. Вот индикаторами по всем этим программам более 45 показателей являются. Только в одной программе по образованию их более 27. Потому что вот самая, скажем так, крупная программа развития образования, она из 8 разделов состоит. Понимаете, там есть и социальная реабилитация воспитанников, там есть и социальная поддержка педагогических работников, там есть и антитеррористическая защищенность наших образовательных учреждений, там есть и конкретный раздел по питанию в детских лагерях, летних лагерях. Это все вот мероприятия как бы вот этой программы. Поэтому и индикаторы здесь очень разные. Здесь и охват детей различными образовательными программами. Здесь и ввод детских дошкольных учреждений в расчете на определенное количество детей дошкольного возраста. И ввод отдельно по территориям, на городских территориях и на сельских территориях, потому что мы понимаем, что очень разные нормативы для разных территорий. И количество детей, охваченных специальными коррекционными программами. Об этом говорили в эфире мои коллеги, что специально разработали программу получения образования посредством дистанционных форм обучения. Я знаю, что Елена Алексеевна Стукалова, когда докладывала об этой программе, специально как бы выделяла вот эту программу. То есть, так когда вот, она называет необходимость, а уже появляется определенная структура. Конечно. Программы. Вот о чем я сказала впереди. Цель, потом каким образом ее достичь. И программа, ведь она же может, это не догма. Вот программа принятая, она ни в коем случае не может быть изменена. То есть могут появляется дополнения, конечно, какие-то, конечно. Дополнения, уточнения. Могут быть в процессе реализации, выбран путь. Но, может быть, в процессе реализации мы видим, что недостаточно, допустим, подобные меры. Или где-то не срабатывает целевой индикатор, его нужно как-то, наоборот, укрепить. Так что это все очень подвижный процесс, любая программа. Так вот, финансирование вот этих вот 5 программ осуществляется, опять же, за счет бюджета всех уровней. И вот в текущем году 453 миллиона рублей. Очень значимая сумма в развитии именно этой отрасли. Теперь, как бы, если говорить не менее значимые следующие отрасли, это отрасли здравоохранения. И если там действует, например, программа развития системы здравоохранения, нельзя говорить о том, что на эту отрасль меньше внимания уделяется. Здесь 5 программ, здесь 1 программа. Дело в том, что она действительно очень емкая получилась, эта программа. Она также долгосрочная. Стоит она 542 миллиона рублей. Но вот из них, как я уже повторюсь, 520 миллионов – это средства фонда обязательного медицинского страхования на реализацию программы модернизации здравоохранения в Московской области. И прежде всего эти средства, на что расходуются? Капитальный ремонт. Это детская хирургия. Это кардиоотделение МГКБ, это приобретение оборудования в городскую клиническую больницу и в некоторые другие лечебные заведения. Это, конечно, оборудование, которое касается операционной, функциональной диагностики, реанимационного оборудования. И также средства по модернизации у нас идут и на диспансеризацию подростков, ну и там очень много на медицинские стандарты. Вот такая-то очень большая как бы программа, а индикаторами здесь является прежде всего конкретные параметры состояния здоровья. Что говорить, к ним относится это и общая продолжительность жизни, и прирост населения, и есть такой показатель и смертности, и детской смертности, ну и количество острых инфарктов в Мытищинском районе, потому что это как бы строка, и это заболевание кровеносной системы идут у нас, скажем так, во главе причины смертности населения. Ну и, естественно, конечно, состояние эпидемиологической ситуации в районе, ну и прежде всего доступность и уровень обеспеченности мытищинцев как поликлинической, так и стационарной сетью. А если взять сферу социальной защиты граждан, тоже наверняка есть, да, определенные программы, которые... Да, программы, я вот в такой, как бы, такой блок социальный, несколько программ, которым я отнеслась, и мир социальный, отнесла и программу «Мир социальной поддержки граждан», и молодежную политику, и развитие физической культуры и спорта, и содействие занятости населения, обеспечение молодых семей жильем. Это вот такой, как бы, блок.
Ну, исполнителями, так как они разнопрофильные, эти программы, являются многие подразделения администрации. К финансовому обеспечению также привлечены все уровни бюджетов. И общий объем на 2012 год составляет более 76 миллионов рублей. Очень большой блок. Надо сказать, что в следующем году у нас вместо 28 будет 29 по общему перечню. Но тут здесь просто произошло вот, как бы деление одного из направлений программы социальной поддержки граждан из общей программы в отдельную программу оздоровления детей и подростков. Ну, это в связи с необходимостью расходования субсидий областного бюджета, как бы, и необходимостью существования подобной программы на уровне муниципального образования, мы как бы эти мероприятия вывели. А так, в принципе, в структуре 2013 год на сегодня прогнозируется именно в таком же качественном составе. Ну, не в количественном, а в качественном составе программ. Ну, какой блок еще? Можно сказать, что имеется блок экономических программ. Вот к этому блоку я как бы хотела остановиться на программе как раз поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. А вообще в этом блоке у нас программы, вот я себе позволю их как бы обозначить, перечислить. Это развитие индустрии въездного и внутреннего туризма, организация работы средств массовой информации, улучшение использования муниципального имущества, энергосбережение, повышение энергетической эффективности, развитие агропромышленного комплекса, развитие пассажирского транспорта, развитие связи. Вот такие вот программы. Что касаемо программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. С 2010 года программа реально работает. Оговорюсь, почему реально? Потому что с 2008 года мы стали подобные программы разрабатывать и принимать. Но вот первые годы, это 2008-2009 годы, касалось больше организационной поддержки субъектов предпринимательства. Здесь мы очень активно содействуем с Мытищинской торгово-промышленной палатой. И в большей степени, конечно, были ориентированы на ту помощь, которую торгово-промышленная палата оказывала консультационную именно субъектам предпринимательства. В настоящее время, с 2010 года, мы подготовили как бы свою программу по поддержке с учетом именно финансовой поддержки субъектов предпринимательства. В этой связи мы второй год подряд, теперь уже получается, что третий год подряд, объявляем конкурс на получение финансовой поддержки из местного бюджета субъектов малого предпринимательства, которые зарегистрированы в качестве предпринимателя на территории района сроком менее одного года. Как раз вот предметно на становление малого, ну и среднего бизнеса. Для начинающих, кто только хочет. Да, для, да, именно. Это все еще параллельно с программами, которые действуют на уровне области. На уровне области тоже есть соответствующие программы, там также есть необходимые финансовые ресурсы. И причем еще область, когда подготавливает и принимает свои программы, они предполагают софинансирование именно муниципалитетов своих мероприятий. Так вот, наша программа является как бы предметно элементом софинансирования направлений, которые обозначены в областной программе. Для того, чтобы, ну, прежде всего, конечно, предприниматели узнали о том, что действует на территории подобная поддержка их бизнеса, мы, естественно, также при помощи Мытищинской торгово-промышленной палаты, нашего уважаемого сайта, попытались до предпринимателей довести эту информацию о том, что объявлен конкурс на выбор соискателей как раз на получение финансовой поддержки. Эта поддержка является безвозвратной, то есть предприниматель может компенсировать за счет средств бюджета местного до 40% своих расходов, произведенных на как раз формирование своего бизнеса. На все, кроме финансирования заработной платы.
То есть, конечно, это и аренда помещений, это приобретение каких-то основных средств, это подключение к каким-то инженерным коммуникациям, если это невозможно было, необходимо было для развития бизнеса. Так вот, предприниматель предоставляет на конкурсную комиссию, после того, как мы объявили конкурс, обычно это происходит по срокам, начиная с сентября месяца, бизнес-планы, причем не то чтобы жесткого нет требования, есть элементарные типовые требования по составлению бизнес-планов. В этой части нашим предпринимателям еще хорошо помогает наш центр занятости населения, где существует специальная школа, где молодых начинающих предпринимателей обучают, как подобные бизнес-планы составлять. Почему, потом еще ниже оговариваюсь. Так вот, после составления этого бизнес-плана и после предоставления конкурсная комиссия до определенного срока рассматривает, то есть набирает эти конкурсные предложения, затем рассматривает и выпускает решение. В 2010, в 2011 годах 6-7 предпринимателей, вот такие количественные показатели, максимальная сумма получения субсидии безвозвратной 250 тысяч рублей. Для предпринимателя, который, скажем так, небольшим бизнесом занялся, это очень существенная финансовая поддержка. По истечении года предприниматель обязан предоставить документальное подтверждение, ну, это статистическое документальное подтверждение о том, что он выполнил вот те целевые индикаторы своей программы, своего бизнес-проекта, о котором мы говорили. А это уровень заработной платы или его как единственного работника или тех работников, которые он привлекает для своего бизнеса. Это увеличение выручки за тот год, за который он спрогнозировал. И, ну вот, к сожалению, если предприниматель не выдерживает вот выбранные им в бизнес-проекте вот эти вот количественные показатели, то тогда ему придется деньги вернуть. Но у нас такого опыта еще нет. Вот сейчас наступает, скажем так, новый отчетный период, и мы общаемся с предпринимателями, уверены, не то что уверены, действительно, что по целевому, скажем так, назначению бюджетные средства были израсходованы. То есть желающие предприниматели у нас есть участвовать в этих конкурсах? Есть. Информацию можно получить и на сайте. Можно получить на сайте, можно получить в нашем экономическом подразделении, можно по телефону, по нашему управлению по экономике. Но вообще, значит, на сайте администрации в разделе «Экономика и финансы», в экономике подраздел «Малое и среднее предпринимательство» и еще подпункт «Субсидии малому и среднему предпринимателю». Там все вплоть до даты и до набора документов необходимых. А почему вот я оговорюсь по поводу занятости, что там большую помощь оказывают в подготовке бизнес-проектов? По программе занятости, значит, есть такое мероприятие, как содействие занятости безработных граждан. То же самое, практически то же самое. Там немножко средств поменьше. В районе 78 тысяч безвозвратных средств также предоставляется, ну, уже, скажем так, из областного бюджета. Но процедура практически та же самая. И нет ограничений, что предприниматель, участвуя, например, в муниципальной программе поддержки, не имеет права. Это может быть безработный, вот образно, да, который выучился, получил необходимые знания о начале своего бизнеса, получил необходимую субсидию по программе содействия занятости безработным, далее перешел на нашу программу, а дальше он может участвовать еще и в областной программе. То есть здесь нет никаких ограничений. Вот такие интересные экономические программы. Ну, я считаю... сейчас прервемся на секундочку, да? У нас есть звоночек в студию, послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, добрый вечер. Будьте добры, ответьте на такой всех волнующий вопрос. Значит, сейчас вопросы ЖКХ, я думаю, всем будет интересно. Очень горячие вопросы, поскольку создаются советы домов, и в городе, я знаю, действует много ТСЖ и ЖСК. Значит, где-то в новостях я видела такие сюжеты, что началось обучение по вопросам управления своими домами многоквартирными. Значит, планируется вопрос
на 2013 год и за счет каких средств? Я знаю, что муниципальные образования могут делать заявки по выделению федеральных средств для обучения. То есть насколько заложено в муниципальный Мытищинский район средства для обучения и когда и где об этом можно поподробнее узнать? Спасибо. Спасибо за звонок. Спасибо за звонок, но вот, к сожалению, не представились, не знаю, как вам обратиться, но вот, уважаемый телезритель, я бы с удовольствием ответила вот на ваш вопрос, но, к сожалению, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, и в том числе программ, которые в этой отрасли, ну, не относятся к полномочиям муниципального района. Вместе с тем, как мытищинец, я тоже знаю об этом процессе, который проводится городским поселением Мытищи и поселениями, конечно, входящими в состав. Железняков Виктор Алексеевич, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, его приемная, я думаю, что ответит на ваш вопрос более компетентно, но то, что такие программы есть, то, что работает горячая линия по организации подобного обучения, это все есть, и вы можете это узнать по справочным номерам городского поселения Мытищи. Извините, это просто не относится к полномочиям района, в том числе и к моим полномочиям. Да, все правильно, да, нужно обращаться в город, конечно, там эти вопросы занимаются. Ну, конечно, я сейчас могла бы там рассуждать по этому вопросу, но зачем, когда есть профессионалы, которые ответят более компетентно. Ирина Владимировна, вот мы закончили как раз разговор на поддержке малого предпринимательства, да? Есть еще какие-то программы, вот, которые уже мы перечислили с вами? Спорт, образование, здравоохранение, культура. Специальный программный блок для себя, я опять также образно его сформулировала, это для решения задач профилактики правонарушений на территории, для гражданско-патриотического, духовного, нравственного воспитания граждан, ведения гражданской обороны, предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Вот такой вот блок есть программ. Ну, вообще, повторяюсь, что мы, все наши программы, во-первых, опубликованы также в нашем разделе экономики. Помимо самих программ, всегда мы публикуем отчеты о их реализации. И, как бы, всегда интересующимся можно поучаствовать, как в процессе подготовки. И вы знаете, как бы еще вот отдельной вот строкой хотел бы выделить, что есть такая программа дополнительных мер по материально-техническому оснащению учреждений здравоохранения, образования, культуры и социальной сферы. Это программа, которая разрабатывается, в отдельную вынесена, да, но это мало того, эта программа еще разрабатывается, подготавливается и принимается именно по запросам граждан через депутатский корпус. То есть депутаты дают сами предложения. Это вот, понимаете, это вот участие граждан вот в неформальном обсуждении насущных проблем на их конкретной территории. Это очень полезная и очень правильная программа. Да, я думаю, мы сейчас попозже еще вернемся тоже к вопросу именно, кто может быть инициатором, да, программы, каким образом она, откуда вдруг она берется. Вот в том числе, да, Совет депутатов. А сейчас у нас просто есть еще один звоночек, мы тоже послушаем. Конечно. Здравствуйте, в эфире, слушаем вас. Спасибо. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы 24-й и 25-й автобусы останавливались на переходе у Перловского кладбища, и чтобы больные люди, пенсионеры, не упрашивали водителя, чтобы здесь он остановился, хотя там есть и автобусная остановка, там есть и останавливается московский 136-й автобус. А почему-то нас там не высаживают и на обратном пути не забирают. Спасибо за ваш звоночек. Спасибо за вопрос. Этот вопрос, конечно, в обязательном порядке я записала, и мы рассмотрим. Процедура такова. Любые замечания и предложения по организации новых пассажирских маршрутов. 24-й и 25-й маршруты, они межпоселенческие, поэтому они относятся к полномочиям именно районного звена. Так вот, процедура такова, значит, любые предложения рассматриваются на комиссии по безопасности дорожного движения, и вы, пожалуйста, позвоните еще в редакцию, сообщите, по какому телефону, ну или, может быть, тогда через средства массовой информации после принятия решения мы можем довести мнение профессионалов по этому вопросу. Спасибо. Ирина Владимировна, у нас уже остается совсем немного времени до завершения нашего эфира. Вот еще раз, да, подведем итог.
Сколько у нас программ уже, наверное, известно, будет действовать в следующем году? И опять-таки, да, сакцентировал внимание на том, что сами же граждане могут быть инициаторами, да, внесения изменений и да, каких-то конечно. Дополнений в программы. Да, конечно. Значит, в следующем году мы планируем, что их будет 29 программ, но это как бы вот сегодня, в первом чтении. Мы еще заставляем за такое право за разработчиками, что до конца, допустим, ноября месяца еще можно, скажем так, внести новые проекты. Здесь структурно идет некоторые изменения. Если я говорила о том, что в текущем году долгосрочек было 18, то в следующем их будет уже 25. Понимаете, идет, это правильно, идет как бы структурно, то есть идет переход, осуществляется на более долгосрочное прогнозирование, то есть на более перспективные задачи. Ну, это очень правильный подход, и поэтому ведомственные, их останется всего 4, и они будут действительно на какие-то конкретные вот такие вопросы, которые можно решить в течение одного года. А, конечно, уважаемых телезрителей, я приглашаю для обсуждения и для рассмотрения как бы в рамках бюджетирования и в рамках публичных слушаний, которые пройдут в конце этого месяца по проекту бюджета на 2013 год, к обсуждению, в том числе, целевого использования бюджетных средств по программам и мероприятиям развития. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо за то, что пригласили. Спасибо. Напоминаем, что у нас в студии была Ирина Владимировна Шилова, начальник управления социально-экономического развития администрации Мытищинского района. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. До свидания.